картинной галерее открылась передвижная выставка «Планета Русь». В экспозиции представлены работы современных художников. На выставке побывали и мы. Выставка «Планета Русь» организована Международной академией культуры и искусств, Союзом художников Подмосковья и арт-проектом «Реверберация». Основная задача экспозиции – донести до зрителя красоту и величие России. В 2018 году, даже, наверное, в начале 2019 года, к проекту «Планета Русь» присоединилось творческое содружество «Реверберация», именно фотографическая часть. Если вы обратите внимание, в холлах висят работы фотографов. Выставка стартовала в Изборске и уже прошла в 10 государственных музеях городов России. В Люберцах представлено более 300 экспонатов – картины, фотографии и скульптура. С Люберцами мы сотрудничаем уже несколько лет. Здесь проходит уже наша четвертая выставка. Это были выставки Московского союза художников, «Малые города России». Это была выставка «Русская зима». Ну и вот сейчас мы очень рады показать здесь «Планету Русь». Открытие выставки сопровождалось демонстрацией авторских костюмов члена Союза художников Подмосковья Анны Чироковой. Около 50 современных художников приняло участие в экспозиции. Посетить выставку в музейно-выставочном комплексе можно до 30 апреля. Галерея работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.